Всем привет, с вами Имба, и мы смотрим финал лузера. Сетки играет Нейбл и команда Destructive. Это у нас ножи. Сейчас будет за карту БО1, по-моему. Ну и Агарат и Нейбл, видимо, просто бомбануло после матча с WWW. Но мы посмотрим, что сейчас выберут команда Destructive и может ли они выбрать свою карту. Но нет, это будет, скорее всего, Инферно или что-то какая-то. Или, не знаю, какая-нибудь заготовка. Что вообще? Кто там? Давай, диктуем, поехали. А, карту черкают. Мы черкаем, да? Инферно черкай. Минус троин. Минус инферно. Обновленный список кидай, что там остается. Минус капал мил. Минус изо. Минус тускан. Страйк. Итак, карта сменяется на Денюк. И у нас, в общем, сейчас будет такая ситуация, что и те, и другие могут играть на этой карте. Но посмотрим, кто будет здесь сильнее. Но в матче Fast Rush и Destructive сильнее была команда Разрушение, потому что у них получилось собраться в игре с Fast Rush. Они собрались, догнали и смогли вывести матч в свою пользу и просто выбить Fast Rush из турнира, по сути дела, потому что в следующем матче Fast Rush проиграл Нейбл со счетом 16-8 после выигранной первой половины. Там Нейбл просто камень на камень не оставили от соперника и порвали их за сторону атаки, кстати говоря. Но им это не помогло сегодня в матче с WWW. Да, они 6 раундов взяли за атаку. И, по-моему, 4 или 3 раунда взяли за оборону. Это всего лишь, это очень мало за защиту. Сервер полон, пишет. Ну, посмотрим. Наш зайти не может. Зиппер заходит, все. Мукс спрашивает, Санек говорит, нет, хотя это правда. Ну, фан, значит, плагиат. Ясно. Так, вроде пишет RD команды. Так, да, RD, это будут сейчас ножи за сторону. Так, мы сейчас вылетим на поле битвы земля. Это поле битвы находится вот где-то вот в таком вот уровне, да, ну тут даже. Кстати, мне вот чем нравится нюк, что смотрите, вроде особо не меняется ничего. Да, вот это положение. То есть. Вот, даже вот так. Ну, это АФК. Нет, конец. Все. Поехали, поехали. Команда резаться. Уже коцает. Уже коцает по одному игроку. Визипера 30 хп. Анаконда 35.
Так. Шарви Апон Лайф. Шарви Апон Лайф. Вообще непонятные ники. Но... И, в общем, дорежутся в размен. Ой-ой-ой, какая сейчас ошибка. Остается 1-2 елс. Да, тут понятно. Enable остаются за КТ. Стой или стей. Непонятно. Стой или стей. Так, ну... Я думаю, за 5 секунд они играть не начнут, поэтому я сейчас буквально на пару минут отойду. Итак, тем временем я вернулся, и, похоже, у нас ничего не изменилось. Enable. Еще не играют. Похоже, пишут гол, все, это матч начался. А мы будем смотреть в этой раунде за Мутсом. Как игрок, он мне очень интересен. И его действия. Ну вот, иногда могут вызвать чисто эстетическое наслаждение. Так, ну а у нас что вообще с выходом-то? Ну вот, с рампов-то что-то пытаются атаковать. Улица идет аркада. Зиппер, open фраг дает Йосу. Так. А вот Иисус заходит в спину, его чекают, да, он успевает убить, но Мукс, вот, тот же Мукс, я вам еще раз про Мукса говорю, я вам еще раз о нем скажу много раз, наверное, в этом матче, потому что я уверен, что он выложится на эту игру и попытается тащить. Ну, правда, сейчас что-то... Ну, Хае, правда, неплохую закинул, все равно покоцал соперника. 82 хп у этого Джайза. Жесть, пусто. Ну, 40 секунд на все про все у команды Дистрактив. Два хп оставляет Муксу. А у тебя 88, как будто по нем вообще не стреляли вовсе. Живой как. Не знаю кто. Ставится плент, но это спуск уже в... Это все. Это первый раунд за Enable. Зиппер дает 3 минуса. И это... Это эко-раунд от команды Destructive сейчас будет. Но один ли? Вот, покупает диглы, правда, не понимаю. Но Томпсон любит покупать диглы. Да, он вообще диглом играет. Хорошо, по крайней мере, это я точно знаю. Так, но... Мук все-таки... Заронник Глоков на эко-раунде. И что тут у нас? Ну, снова аркада от Иисуса. Ну, вот его, правда, быстро разменяли, забрали у него девайс. Выходит под улицу. Улицу вообще никто не чекает. В принципе, можно выходить из ангара на бету и, да, спускаться. И попробовать выйти, потому что улицу никто не чекает. Потому что вот человек с рампов, вот он, анаконда, именно он самый, сейчас шорох наводит небольшой, а вот сейчас идет уже на улицу, выходит перетяжка, джестик, вот я же говорю. То есть, пока
был рамп один человек, то есть не было вообще проблем, то есть у команды атаки, они могли сидеть спокойно. Но мукс это один, дали два минуса. Будут ли деньги в следующем раунде, мы сейчас посмотрим. Опять диглы, круто сидеть, да. Ну, а кто тебя просит, Аркадий-то, в принципе, вот ты сиди и сиди. И такое ощущение, что кто-то гонит, наверное, тебя по этому поводу. Ну, 666 дает open frag, но open frag на эко, это как-то не очень звучит. Мук с диглом. Получается сделать ничего здесь. Улица никто не аркали, кстати говоря, в этом, в этот раз. Там, наверное, авик или что там. Да нет, тут с фамосом. Ну, кстати, проходят рампы. Очень подозрительно. Вроде минуса и не дали. А тут где-то, значит, сидит человек и под Б. Да, вот именно он это и есть. 6-6, ну вот Елс его минусует. Мукс видит, видит оппонента, да. Ну, нам сейчас спускаться под рампы, Иисус. Минус дает, 24 хп у него. Мукса сотка, кстати говоря. Ну, Мук дает минус Иисусу, вообще, просто без проблем. Остается один Мукс, один в 3. Или, нет, 3. 3 и 20 секунд у него... А, нет, чтобы он Елс остался. Да, Елс остался. Мук-то убили как раз. Визитер снял. Ну, Елс, в принципе, с авиком. Елс минус. Еще один минус. Ну, вообще неплохо потерял девайс, но... Подпортил такие экономику и наблам. И сейчас будет закуп от команды Destructive. То есть у них, вот я смотрю, авик. У червя Upon Life. Мукс. Чем Мукс? Чем Мукс-то? По-моему, авик или муха. Что-то я не пойму его. Да, у него муха. Походу, случайно или что. Или все-таки это такой выбор, что ли, осознанный. Посмотрим. Может ли он дать что-нибудь здесь. Елс выходит на улицу. Тут его чекает с ангара. Ну, он слышит. Все прекрасно. Минус Иисуса просто какой. Хоть что сейчас. Я не знаю. Протыкалось, что может, наверное, обойти его за... А вот сейчас такой идет фастовый таки размен. И теряется плент сейчас. Ну вот... Ну вот остается один у нас зипер. Мукс, девайс, может, подобрал какой, нет? Мукс выходит с плантом, в принципе. Зипер знает, что сейчас плант будет ставиться в Б. Пытается простреливать, да. Неплохо понашивал, конечно, он. Но ДжНК его просто казнит в спину. 3-1 в пользу Enable, и это первый... Оружейный раунд пользует Destructive. Но это первый бай, в принципе. Так что все закономерно. На эко могли брать. Могли брать. Вы видели сами, да? Ну, то есть там... Ну, там уже, конечно, не брать могли. А вот уже на после раунда могли всех забрать просто. Елс open frag 666. Джесть фу. Забирает сейчас анаконду. ДжНК минус Иисус. Зиппер минус... Weapon Life, минус Елс, остается Мукс и еще и ДжНК, который сейчас залетает в спину. Дает сейчас минус. И знает, что там есть Джестифул. 3-4 хп у Джестифула. Просто unbelievable. Ставится плент на А. Джестифул будет делать... Будет сейф или же... Или же будет пробовать выбить через девятку. Нет, это похоже просто сейф планта. Точнее, сейф авика. Я извиняюсь за некоторые оговорки. Но это просто сейф планта. Господи, планта. Это просто сейф девайса, потому что, видимо, денег оставалось немного после таких двух фактически проигранных раундов, да?
Весь вот 4 хп, все живые. Сейчас 3-2 плюс Enable потихонечку теряет свое полученное преимущество в начале встречи. А команда Destructive приходит в себя после ошеломляющего начала. Ну и что у нас здесь? Это выход пробует рампы делать. Елс опять open frag. Жесть фулл снова дает минус на конде. Ну, все примерно то же самое происходит, что и было в том раунде. Ну, мух с Галилом. Бладжайз пытается там что-то простреливать. Елс 34 хп. Ну, правда, остальные сотки. А, нет, вот Иисус. 53. Его, в принципе, можно забрать, попробовать. Ну вот что Шарви Апон Лайф сейчас и пробует сделать, в принципе. Уходит он сейчас. И что? Ой-ой-ой-ой-ой. Иисус просто сбоку не убивает. И у нас ситуация сейчас идет 3-4. Сейчас ситуация у нас 3-3. Елс минус 6-6. Эппла Джайс его забирает. Мук с плантом, ну, забирает теперь уже М4. И что? Тут жесть фу чекает усы. И может быть сейчас об этом не буду знать. Ну вот и Паладжайз. Ой-ой-ой, его прошили! Или что это было? Я так и не понял. Ну там, в принципе, с девятки. Жесть фу будет подниматься и выбивать. Потому что деньги есть, в принципе, что-то там терять. Но он знает, что есть слева. Наверное, пойдет с улицы или что, или сейвится все-таки будет снова. Или все-таки еще один сейф от Джейстику. Да, сейф от Джейстику очередной. Мук сольется. Нет. Слушайте, а живыми ведь остались, да? 3-3, и снова Мукс, и снова остается он в живых, ну, он вообще не умирает, и я так смотрю за ним. И он же первый идет, я вообще не знаю, а, ну, плент ставил, в принципе, если счет за плент идет, то, конечно, так он уже поставил, наверное, плент два раза, и, наверное, все эти два раза просто взорвал. И Джейсу в третий раз уже ловит на окон, да я не знаю, он, наверное, не учится на ошибках своих, или что он творит просто у него, и получается, наверное, вообще нифига. Мукс, что тут он? Вот из крипта, но... Лэнд ведь улица идет, а улицу чекает Иисус. За ящиком тут смог. Смачок тут открыт. ХЕшки. И что? Ну и Елс 24 хп, правда, оставили. Иисус минус Чапон Лайф, Иисус минус Елс. Третий даст? Даст. Не да, Джинка себе не дал покарать сейчас. Как ни крути. Ну, положаешь, поэтому считай ВБ. А Мукс идет, сейв, наверное, девайс или что вообще он творит. Ну, ой-ой-ой, по голове, как сейчас просто наплюхал. Еще может сейчас минус дать. Он знает, где находится соперник. Он знает, что он в скрипте. Он знает, что он не ушел. Должен чекать Мукс. Да, дает минус 20 секунд. 20 секунд у Мукса, чтобы дать. 2 минуса, 38 хп, у него сотка, у Джейсфула 82. Что чекает Мукса? Да, но Мукс перед этим забирает 656. Ну, очень хорошие действия со стороны Мукса, которые могли, в принципе, дать еще один раунд для команды Destructive, но вот чуть-чуть просто по таймингу, да, по таймингу поймал его Джейсфул. Ну, посмотрим за анаконды, все-таки сможет он дать минус. Я посмотрю, у него не получается вообще давать минусы. Чави Апон Лайф просто с Авиком что-то так слишком глубоко зашел в куры. Ну, в куры как-то с Авиком не то это будет. Где там соперник? Один вот в скрипте, вот который возле скрипта, его в принципе можно убивать. То есть, если с Авика так выйти, прицелиться, то попробовать можно. Зипер дает open frag Елсу. Ген хоть его дал. А, рампы прошел. Рамп прошел. Ну, жесть фу.
Жесть, фу, сидит, чекает усы, да, чекает усы. То есть у них такая вот игра, видите, они оттягиваются просто на понты, то есть они даже не чекают приближенные к пленту, а вот именно уже в самом пленте сидят, видите, и вот так вот чекают, ну, потому что знают, что их не пройдут, там чекают другие игроки. Жесть, фу, дает минус, еще остается... Остается, опять же, один мукс остается, но попробую сейчас тут забрать жестьку. Ну, забрал, но ну, зиппер его сейчас просто кабанит, это 5-3. Правде говоря, не лучшим образом сыграл. Мукс сейчас очень долго перестреливался с своим соперником. Ну и это как раунд или что это у нас вообще тут? Да, это поход в пятером выход рампов. Посмотрим, как их могут принять. Принимает жесть фул. Но его сейчас должны забирать. Ну, я не знаю, что с ним творят. Он тут уже фойе пролетает. Все, что можно. Забери его, забери! Господи, я не знаю, они его... Я не знаю, куда смотрят игроки. Просто невероятно. Остается у нас один Чар, да, 6-3, пусть заинейбл, и что-то нужно сейчас делать команде Дестрактив, чтобы склонить чашу в свою пользу. Ведь им это выгодно, выход в финал. Чем с такой сильной командой играть? Ну, Мук сейчас Что да он? должен... Да, тут даун. Это не даун. У Зиппера 23 хп, у Джессифла 85, его уже накоцали, в принципе. Плоджайс open фраг. 66 open фраг. Просто фраг. Еще один минус. Я вообще не знаю, что творят. Вообще мукс дать минусы не может. Минусует ЖНК Зиппера. И кого он тут еще попытался от Плоджайза, но вот Плоджайз про не получилось. 7-3, 7-3 счет в пользу команды Enable. И у них есть верное преимущество, они могут вообще просто не беспокоиться по поводу денег. Уже раунды, так, наверное, 4 они вообще не проигрывают, да, получается так. И у них есть фулл бай, арморы, жесть, фулл опен фраг, Ялсу, ну, снова вообще ничему не учат. Даже смоки не кидают, просто странно. Я, конечно, понимаю, что он шить будет смог, анаконда тоже дает минус. Но... Просто интересно. Вот и тут сейчас минус. Точнее, мимо. Ой-ой-ой-ой. 46 хп его сейчас накоцали. Но пробовать сноузума с этой позиции. Тут хоть зумом попади, а ты говоришь сноузум мне. Ну, улица ушла, видите, вовремя, то есть он откинул, а вот не получилось. Ну, вот Продемук сейчас фронтом. Зря он это делает. Наконда умирает снова от жесть фу, вообще. Я не знаю, чему-то учит жизнь вообще. То есть они даже не пытаются что-то новое извлечь. Ну, вот сейчас Мук забирает зипера, а 666 просто на тайминге ловит своего оппонента и в перекрестном огне его забирает. Счет 8-3 плюс enable. Атака. Атака уже просто ничего. Она уже не знает, что делать. Счет 8-3. В принципе, это сложная такая ситуация. Снова Джейс успевает. Мукс выходит. Может быть замена, а может быть просто не прет игра, но играть втроем, конечно, не лучшее дело. Наконда, ФК, Елс. Наконда, ой, Елс, давай, 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 может попробуем еще дать минус. Но тут, в общем-то, Enable даже спокойно сейчас забирает, да, они, собственно, и делают, забирают их. Как мало детей, 9-3, и почему четверо всего лишь игроков? Представьте, заходит Лёва. Заходит Лёва, да, игра у Мукса не задалась сначала, я хочу пометить.
То есть он оставался ластом, но давал по два минуса, то есть иной раз. Вот сейчас open прак от Иисуса, я не знаю, что сейчас нужно делать команде, чтобы догонять Enable. Наверное, хаки нужно включать все-таки, да, пора, наверное, как сегодня моего кореша. Его прям на КВ в бан послали. То есть и написали, что он стрига играет. Ну, тем временем, когда... Тут, в общем, все понятно, наверное, я думаю, для Enable. Ну вот, так. Он эйс дал в первом раунде, да, то есть дает 5К, потом там, он там умер пару раундов, потом он дает еще минус 4, и после этого его тут же банят, то есть, ну, вообще просто необоснованно просто вот сейчас. Такой же, как и выход у команды Destructive на АБЛ, вот, правда, сейчас что-то получается. И вот сейчас из-за своих ошибок остается Enable 1 в 2. И можно выходить сейчас на... А, Plant Apologize, вот пропасет, да. 62 хп, накоцали его, ну вот ЖНК. Apologize чекает, а вот тут вот уже ему обломчик прилетает. Ставится плент на А, почему-то он сразу не пошел на девятку, странно. Но пойдет он все-таки через мейн, да, тут ему выгоднее, конечно. Посмотрим за его действиями. Я включу лохак, чтобы посмотреть за его игрой, что он предпримет. А плент вообще... Плент Б. Да, просто плоджайза надурили. 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 Обманули дурака на 4 кулака, да? Как говорится. Десять четыре это last раунд первой половины. Нужно брать этот last команде Destructive, если они хотят еще что-то вообще сделать в этом матче, то им нужен этот раунд, потому что за КТ еще можно как-то бороться, то есть, ну, вот Enable показывает, что они за КТ просто безупречно сейчас сидят. Иисус знает, да, что за красное есть, уже прошел к нему, он, ну, он... Ой-ой-ой, какой сейчас просто ловит тайминг, Иисус, два минуса, третьего не заберет. Да, вот это забирает третьего все-таки. А вот четвертый за красный, его не забрали, 11-4, Иисус дает ваншот, облажали. Да. Гоу, пишет команда. Ой, капсулок. Да. Так, все верно. Посмотрим, как вообще сейчас пойдет атака. Мы понаблюдаем за, например, ЖНК. Выход рамп, трое рамп идут. Рампами аркада Charvian Pon Life сейчас отходит вовремя. Атакует сейчас ХАЕ просто ЖНК, отлично. Ой-ой-ой, ЖНК, ЖНК сейчас просто вставит фул игроков и себя в том числе. Ситуация 2 в 2. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, зипер, 30 хп. Лёва сотка может выносить, в принципе, двоих. Может выносить двоих, сейчас будет дефить. Успел залезть. Успел залезть зипер. 30 хп у него. Ну как сейчас он сыграл? Ай-яй-яй-яй-яй. Какая сейчас ошибка Лёвы.
просто мог дефить в тот момент, пока Зиппер залез, он бы мог раздефить, в принципе, план. Ну, вот именно для этого нужно брать смог. Вот сейчас тем стала проигранная вторая пистолетка уже, и сейчас проблемы серьезнейшие у Дистрактив. То есть, ну, выиграли бы они хотя бы эту первую пистолетку, точнее, ну, вот уже вторую пистолетку, то у них бы были бы и деньги, у них был бы один раунд еще плюс, да, то есть было бы не 11-4, а 11-6 уже, по сути дела, и это уже 5 раундов. А тут, вот, видите, уже отдаются на аркаде. Ну, Йос пытается что-то принять. Я не знаю, что сейчас им делать. Выходит и режет просто сейчас. Господи, что творит Йос? Я просто, я не знаю, он кабанит сейчас Пладжайза. А и Пладжайз даже не чекнул его. Ну, хоть какая-то минутка радости. Месть за Мокса, да. Ну, хоть что-то веселое встанет. Защиты Джерпун Лайф дает open фраг, но тут, правда, не получается дальше среагировать. Отличный минус. Ну, должен сейчас давать анаконда. Да, дает анаконда. Плен падает. 25 хп, правда, у него остается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, да уходи ж ты. Да, сейчас нужно уходить, а вот Тенамблы могут сейчас их принять. Да, отлично, принимает Лёва, Наконду, Йелса, все. Йелс не даст минус, я в этом больше чем уверен, просто я не знаю, что творят. 3-2 стоит ситуация, они идут, 3 просто жать. Зачем, спрашивается? Зачем? Просто отойти по позициям. Кстати, мог попасть, я сейчас так чекаю. Йелс не зажимает Диппера, 17 хп, нулево его, конечно, казнит, анаконда тем более. Жесть, фу, все-таки разменивается у тиммейта. Шарвиап онлайн выходит из... Ой-ой-ой, какой сейчас дайминг, просто не прочекали его! Господи, что сейчас творят и те, и другие? Я не знаю, что это за херня такая. Но просто не чекают сейчас соперника. Жестиф узнает. Шарви Apple Live. 84 хп у Иисуса. Он с Глоком. У него авик. У него тоже авик. Какой сейчас фазум. Просто нереальный. Должен сейчас успевать. И это счет 14-5. Ой, за enable, но тут столько фейлов за этот раунд, что я просто не знаю даже, куда мне деться после этого. Так Иисус сейчас положал, я просто этого не понял вообще. Как он пропустил соперника, как он смог пропустить вообще, он с улицы ведь шел, да, заходит в ноль и просто соперника как-то пропустил. Ну, ладно, ладно, каждый ошибки совершает и не чекает. Все мы люди. Все-таки. Выход в основную улицу. Заходят в пятером. Шарви Apple Live тоже чует что-то такое. ДЖНК дает минус. А вот сейчас его примут. Да, просто последним патроном Зиппер сейчас забирает его. Плент уходит вниз. Нет, плент не уходит вниз. Просто Зиппер берет памел. 10 хп у него остается. Да и вообще они на ход сынтут не слабо. На троих. 120 хп, а вот у... Ну, правда, вот сейчас это даже не спасает ситуацию. Господи, что творят? Втроем вышибают просто с Зиппер 10, Джессифу 22, 48. Просто на троих 70 хп, 80 хп. А тут 200. По сути, должны тащить сейчас. Минус ли? Минус Джестифу. Ну вот сейчас просто так нельзя играть. Нет, так просто нельзя играть.
Просто вот так вот расхлябано, причем чекать одну и ту же точку вместе со своим тиммейтом, нет, это не то. Это просто, да, это мясо, смотрите, Дипер покупает пулемет, посмотрим за его действиями, сможет ли он дать минус с него. Но если он даст минус пулемета, то я просто буду орать. Потому что, ну, оружие, нет, оружие, конечно, вообще, то есть сильнейшее, там буквально одним патроном можно вышить голову. Ну, Йелса, Паладжайз забирает, Анаконда, Джейсфолд разменивает. Ну, да, Зипера убивают с ТМП. Причем, ну, это ГГ, 16-5, просто улетают. Улетают, команда Деструктив. Улетают домой, в теплые края. А вот по поводу финала, я вот не знаю даже, буду ли я его судить. Просто считай, опять же, какой-нибудь там будет страйк, тускан, а будет ли черкаться в финал? Тоже вопрос. В общем, это уже не важно. Я думаю, на этом все. С вами был Имба. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе. Подписывайтесь на мой канал на Твиче. И всем хорошего дня. Удачи!